Всем привет! Меня зовут Василий Сазанов, и это видео снято специально для канала «Мир рыболова». Сегодня я расскажу вам о том, как искать окуня на водоеме, на котором вы никогда не были, на неизвестном водоеме. Данная тактика подойдет не только для балансира и блесны, но и для мормышки и безмотылки. Но поскольку я не ловлю данными снастями, я думаю, мы будем заострять внимание конкретно на поиске окуня для ловли в лесу. Мы больше всего заострим внимание на тактике поиска рыбы, на местах привязках, где чаще всего бывает окунь. Но важный момент. За одну рыбалку полностью понять водоем невозможно, и наша задача будет понять места с наибольшей концентрацией окуня. Ну что, пойдемте на воду. Для того, чтобы найти окуня, нам понадобится пробурить очень много лунок. И чтобы делать это эффективно, необходимо хорошо подготовиться к рыбалке. Первое – это правильная одежда. Не нужно одеваться очень тепло, достаточно одеть один слой и хороший зимний костюм. Следующее, что нам понадобится, это бур небольшого диаметра, поскольку им бурить легко, но в диаметр, например, 100 мм отлично влазит окунь весом 1 кг. Брать много снастей с собой не стоит. Активный окунь хорошо отзывается на самые стандартные проверенные приманки. Соответственно, достаточно вести с собой 2-3 удочки, небольшой набор балансиров и блесен. Мы будем собирать ту рыбу, которая будет отзываться на первые 5-7 взмахов. Следующее, что необходимо взять с собой, это эхолот, который нам покажет наличие рыбы и ее концентрацию. И, наверное, я бы рекомендовал взять легкие перчатки и теплые, дабы не доводить руки до замерзания. Сегодня отличная погода, нам перчатки вообще не понадобятся, будет хорошая активная рыбалка. Я пробурил несколько первых лунок, и с этого как бы теоретически началась рыбалка, но в действительности она началась еще вчера вечером. Я сел дома перед компьютером и разобрал водоем. О полном разборе водоема мы снимем отдельное видео, но, однако же, рекомендую всем, прежде чем вы отправляетесь на водоем, посмотреть некоторые привязки, где может быть окунь. Что смотреть дома? Сверху водоема, как правило, видно, во-первых, береговые линии, которые нам подскажут, где находятся, если это река, например, повороты, омуты, косы. Если это водохранилище или закрытый водоем, ну или, к примеру, затон, вы, конечно же, сможете увидеть по летним снимкам, по тому, как располагается трава, где находятся отмели, свалы, бровки. Естественно, нужно обращать внимание на строение человека, как то, например, мосты, понтоны, какие-то строения возле прям береговой линии. И хорошим является местом для привязки окуня коряжники массивные, которые реально рассмотреть с высоты, ну, со снимка спутника. Ну и, наверное, отмечу дополнительно еще поваленные деревья, которые тоже отлично можно рассмотреть. Основная задача разбора водоема в домашних условиях – это понимание того, куда в первую очередь вы отправитесь. Некая тактика, некий план на рыболовный день. Поскольку просто так хаотично бурить – это всегда не очень эффективно. А если вы понимаете базово, где находятся самые интересные места, вам уже будет проще. И прежде чем отправиться на водоем, после того, как вы разобрались с местами и вам что-то особенно понравилось, обязательно рекомендую установить какое-то приложение с GPS-привязками, с картой, и на нем отметить какие-то важные для вас точки, чтобы потом их найти. Поскольку чаще всего, вот, к примеру, у меня здесь отмечено там несколько мне понравившихся мест, вам потом гораздо проще будет найти эти места, поскольку лед и снег чаще всего искажает понимание того, где что находится. И, например, ту же самую водную растительность вы никогда не увидите. А вот здесь, вот как видно, у нас камышовый остров, которого сейчас мы совершенно не наблюдаем. А по GPS-привязке мы его спокойно найдем. Ну что, начнем рыбалку? Ну что ж, чтобы поиск был максимально эффективным, нам нужно понимать основные привязки окуня, те места, где он чаще всего стоит в зимний период. На самом деле все довольно очевидно. Это береговые свалы, лучше всего работают береговые полки, так называемые. Я сегодня вам покажу пару таких мест. Различные бровки, пупки, коряжники, строение человека, камни какие-то, поваленные там плиты и так далее. Далее хорошо работают косы, низы кос. Если это реки, то это входы-выходы из ям.
И то есть типажей в действительности очень много, но перебирать их все не стоит и упираться там в каждый из видов разом. То есть наша задача на первой стадии понять то, что сейчас работает конкретно в это время года на данном водоеме, и уже позже больше уделять внимание конкретно этому виду. Ну, дальше я вам, конечно, все покажу, но я предполагаю, что сегодня уже все будут работать береговые свалы, стенки камыша и пупки. То есть в первую очередь я уделю им внимание, и если все работает, то по ним мы и будем ловить. Мы подошли к первой точке, где предполагаем, что будет окунь. Это стенка камыша. Здесь стоит на карте летний некий камышовый остров. Сейчас все завалило снегом, его не видно, поэтому схема бурения такая. То есть я бурюсь перпендикулярно этой стенке, которая у меня есть на карте. Нахожу ее эхолотом или приманкой, неважно. И уже исходя от этого, начинаем буриться перпендикулярно на наиболее приемлемой глубине. Я думаю, это будет 1-1,5 метра. Мы сменили локацию, стенка камыша не сработала от слова совсем. Сейчас мы переместились на мелководный полив. Фоновая глубина здесь предположительно 1-1,5 метра. И на летнем снимке была водная растительность. Соответственно, здесь теоретически должна держаться рыба. Мы перебрали уже несколько типажей мест, мы посмотрели стенку камыша. Сейчас мы находимся на мелководном поливе с водной растительностью. Тоже в действительности была всего лишь одна поклевка, и в эхолоте практически ничего рыбы не видно. То есть мы будем дальше перемещаться и идти к месту с большей глубиной, с присутствием течения. То есть тупички в февраль уже не работают. Отправляемся дальше. Самое главное, что нужно понимать при поиске окуня, то, что окунь не любит ленивых. Нужно много перемещаться, много бурить. Окунь наверняка выносит своего активного, и не стоит тратить больше там 5-10 минут на одну локальную точку. То есть я делаю там 7-10 взмахов в каждой лунке. Если в эхолоте не видно подвижек и нет контакта с рыбой, то стоит переместиться уже дальше. Проверив стандартные места, где ловится окунь, это я побурил береговой свал, попробовал, посмотрел стенку камыша, посмотрел мелководный полив. К сожалению, пока что никаких положительных результатов не было, и решил сменить полностью локацию. То есть я ушел ближе к руслу реки, мы находимся в затоне, и сейчас попробуем половить возле заброшенной баржи. А уже после нее, если и там никаких результатов не будет, мы пойдем на копанку, на пупки, на резкие свалы, бровки и попробуем по ним поискать уже окуня.
Так, мы сместились от баржи, которую до этого пробовали, на пупок, на локальный. Его я нашел в свое время одним самым простым и проверенным способом, лучше которого не существует. Это просто бурение напрямую. То есть здесь вот явно видно, что здесь построена людьми лодочная станция, то есть тут нечего угадывать. Соответственно, скорее всего, здесь рельеф копанный, искусственный, он освежается. И, соответственно, я просто избурил весь данный сектор квадратно-гнездовым методом и нашел здесь несколько локальных структур. Есть пупочек, есть небольшая коряшка, и там под берегом есть небольшая полочка. Все эти места мы будем проверять. Ну и вот, спустя, наверное, лунок 50-60, мы перебрали несколько типажей мест. Мы пробовали береговые свалы, пробовали строение человека, коряжники и так далее. Никаких контактов с рыбой не было. И вот мы нашли пупок, и на нем появилась выхолоть рыбы, сразу начали с ней работать. Важный момент, то, что до этого мы пользовались только блеснами, а сейчас перешли на балансиры, вот поклевочка, именно из-за того, что рыба была, но на блесну не реагировала. То есть важный момент, перебирайте приманки, и тогда обязательно у вас будет результат. Не получается, как говорится, меняй. Про то, как ловить окуня на блесну, на моем канале есть отдельное видео. А по балансиру, здесь все базово, то есть подброс, пауза, различная амплитуда, различные горизонты. И важный момент, чем выше вам удастся поднять окуня от дна, тем больше вероятность, что он будет долго клевать, будет более активен. То есть окунь стайная рыба, и для них поведение, то есть чем чаще вы ловите, чем чаще приманка опускается в лунку, то есть вы не мешкаете, тем лучше. И момент по поводу отпускания рыбы, то есть сейчас на улице ноль, окуню ничего не будет, вот он. А в то же время, если вы в сильный минус, но хотите спасать рыбу, рекомендую отпускать в соседнюю лунку, а не в эту же, потому что рыба попросту замерзнет и умрет. А если отпускать ту же лунку, то, скорее всего, окунь наведет панику и клев прекратится. Так, самый момент, который мы забыли еще упомянуть, это то, как пользоваться эхолотом во время поиска окуня. Как видно, сейчас в лунке есть рыба. То есть основная задача эхолота – это, естественно, показывать нам глубину. Мы должны контролировать перепады и наличие рыбы. Вот сейчас окунь поднимается. Если в течение 5-7 взмахов у вас нету никаких движений в лунке, кроме движений вашей приманки, рекомендую двигаться дальше. То есть, если же рыба есть, то уже стоит перебирать проводки, подбирать приманочки и уже тут, что называется, хорошенечко разрабатывать сектор.
Пара слов о приманках, которые стоит брать с собой на поисковую рыбалку. Ну, в первую очередь, рыбалка – это психология. Берите с собой то, во что верите. То есть у меня в коробочке лежат несколько моих любимых балансиров. Там как то Lucky John Classic, тот же… Опа! О, очень хороший окунь. Несколько рапаловских. Так, этого, наверное, даже придется подобрать рукой. О, да нет, не такой уж и большой, просто уперся. Lucky John Classic. Пару рапаловских балансиров. Сейчас появились там нордики всякие у меня. Но это буквально там 3-5 балансиков. По блеснам это достаточно стандартных марапедок и каких-нибудь лодочек. То есть важно иметь разных размеров. То есть вот сегодня окунь отзывается именно на крупные приманки. То есть я с утра макал 30-32 мм, а в действительности понадобилось 40-45. И это вот как и летом в джиге, нужно понимать, важно попасть не только в цвет, но и в размер приманки. Что ж, будем заканчивать эту рыбалку. И в завершение я хочу сделать главные выводы, которые позволят понять, что же делать на водоеме, когда вы ищете окуня. Самый главный и важный совет: не работает — меняйте. То есть первое, что нужно сделать, это подготовиться дома, понять приблизительно места, куда вы пойдете в первую очередь. Второе, это нужно, придя на водоем, пробежать несколько разных типажей мест. Это, например, береговые свалы, бровки, поливы, косы и так далее. И последнее, что не забывайте менять приманки и постоянно перемещаться. То есть было видно на видео, то есть мы очень много бурили, очень много перемещались. Постоянно я менял проводки, приманки, горизонты ловли и типажи мест. И когда уже мы нашли то, что работает, эту тему мы начали разрабатывать. Не ленитесь, много буритесь, и удачи вам улыбнется. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!